Почему женщины выносят мозг? Все хотят знать, якобы это тайна за семью печатями. И вот сейчас профессионал, психолог, коуч по семейным отношениям нам расскажет, просветит. Наконец-то мы узнаем, где собака порылась. Давайте слушать. Если хочется отметить, когда общаешься с супругами один на один, да, на консультациях, слушаешь жену, потом слушаешь мужа, в итоге приходишь к какому-то удовлетворяющему обоих решению, ты понимаешь, что для одной семьи какая-то ситуация может спровоцировать скандал, для другой нет. Для одного мужчины его жена, да, ну вот истеричка, недовольна, не знает, как с ней быть. А для второго мужчины аналогичная ситуация, она ну, не представляет собой такой проблемы, у него там другой ворох претензий. Аналогичная ситуация не представляет проблем, у него другой ворох проблем. То есть скандал это не самое худшее, что она ему может устроить. Понимаешь, для него скандал уже пройденный этап, что это само собой разумеющееся. То есть у человека уже настолько его задолбали, и порог чувствительности такой у него низкий, что скандал, вот аналогичная ситуация, и он уже, то есть добит. Так, первое, это, конечно же, реакция мужчины. То есть у мужчины определенное состояние, в котором... Первое, это реакция мужчины. Это самое главное во всем этом скандале, это реакция мужчины. Она права. Ему хорошо, спокойно, да, такое вот уравновешенное, спокойное состояние. Я сейчас говорю о... Уравновешенное, хорошее состояние, обычная, нормальная жизнь, человек живет спокойно, да. Большей части мужчин и большей части женщин, которых лично я, да, характеризую следующим образом. Мужчина, он такой человек рассудочный, да, от слова рассудок, а женщина, она высокоэмоциональная. Вот здесь вот смотри, вот это сексизм, да, что, мол, мужчина рассудочный, женщина эмоциональная, точка. То есть рассудочному эмоции непозволительны, понимаешь? А от чувствительной и эмоциональной, ну что вы там пытаетесь ей объяснить, что она дура? Она же эмоциональна, понимаешь? Вот это вот очень легко и просто и удобно, это очень удобно вот так вот все расставить. Ты эмоции не проявляешь, ты же рассудочный. Она тебя не за рассудочность твою хвалит, она тебя эмоциональности лишает, понимаешь? И здесь точно так же. Она... дает себе карт-бланш, ну, им всем, что, мол, делай, что хочешь, ты же эмоциональная, выноси ему мозг. Ну, это же такая природа, что ж поделать. И что происходит, когда женщина в отношении своего мужа совершает какие-то действия, да, что-то ему говорит, он выходит из этого состояния. Да. И в зависимости от того, какую реакцию он дает, в зависимости от того, как он воспринимает слова, действия, да, и в зависимости, разумеется, от того, что там жена, как себя проявляет, он уходит в два варианта. Первый – это там негатив, негодование, то есть, знаете, такой режим высокого энергопотребления. И второй вариант – когда он абстрагируется от него, потому что он понимает, что вот в этом конфликте сейчас ничего ему не сделать. То есть он бессильный, он обесточен, он понимает, что скажет что-то там бесполезное или что-то делает тоже, ну, не в его компетенции, скажем так. Вот. То есть смотри, она два режима – негатив и игнор. И типа… А где позитив-то? Она как бы не предоставляет третьего варианта, что есть хороший, плохой, никакой. А здесь плохой и никакой. И здесь мы понимаем, что в принципе вот этот негатив – это и есть цель, это и есть положительное с ее точки зрения. Она просто хочет тебя выбесить. Выбесить, чтобы ты орал и бил ее и все такое прочее. Вот это для нее положительный. Это кажется, да, негатив, негатив. Для нее негатив. Негатив это игнор, а эмоциональность твоей с точки зрения это то, чего она хочет и добивается. Вот, то есть происходит скандал, мужчина выходит из привычного уравновешенного спокойного состояния, из привычного уравновешенного нормальной жизни, дает определенную реакцию, либо негатив, либо полное отторжение и закрытие, уход от этой ситуации, что тоже в принципе, да, нами женщинами воспринимается как негатив, что нами женщинами воспринимается как негатив, да. Игнор, ее истерики, ее буйство воспринимается ею как негатив. А настоящий, а тот негатив, который она в первом случае упоминает, это то, чего она хотела добиться. Понимаешь? Вот. То есть, игнор – это единственное, что можно противопоставить вот этому психологическому насилию. И для нее это негатив. Она не этого хотела. Она хотела, чтобы ты бил посуду. И получается скандал. Отсюда возникает недоумение и вопрос, блин, почему она же мне делает мозги, что с этим делать? То есть первое, вот она лежит на поверхности, наше различие. Опять скажу, что женщины очень часто не со зла проявляют себя таким образом, что не со зла проявляют таким образом. Ну тут идет оправдание вот этой всей инфантильности, понимаешь? Неспособности справиться с собственным отрицательным плохим характером. Что, мол, это природа такая, я такая, не... Что ты от меня хочешь? Мы женщины такие эмоциональные. То есть идет оправдание. Вместо того, чтобы бороться, сказать, возьми себя в руки. Что ты как младенец, блин? Ребеночек тут. Нет, я такая эмоциональная. Мы такие эмоциональные, нам можно. Мужчина выходит из своего привычного комфортного состояния. Не со зла,
а в силу особенностей устоим. Два раза не со зла, понимаешь? Эти оговорочки не просто так. Я уже ее несколько раз ловил на том, что когда вот так идет автоматическое письмо, я хотел сказать, когда вот такой режим словесной беседы, то есть она вот этой ближайшей первой ассоциации, которая у нее вот скандал, и самая быстрая, короткая нейронная связь связанная, то есть когда человек говорит слово, он в ответ другое, на автомате, не думая, не фильтруя. То есть она фильтрует, естественно, она оставляет не со зла, понимаешь? Но это первое, что у нее приходит на ум, ассоциации с вот этой такой ситуацией, когда женщина делает мужчину мозги, и она реально желает ему зла. Она никогда не простит тебе, что ты спокойно лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор. Она никогда не простит тебе счастье. Как я не страдаю? Я такая Жанна Д'Арк, а этот, блин, наслаждается жизнью. Сейчас я ему устрою. Счастье они не прощают. Мужской и женской эмоциональности. Ведь согласитесь, в большинстве своем мужчины... Ведь согласитесь. Сейчас она это «ведь согласитесь» будет говорить несколько раз. Ну, то есть она начинает тебя программировать, чтобы ты согласился с ее вот этим вот словесным поносом. Это люди рассудка. Они уравновешенные, они рациональные. Я, конечно, видела мужчин, которые истерят, но это очень малое количество. А женщина, она... Не имеешь права проявлять эмоции. Ты же рассудочный, понимаешь? Любой человек, он живой. У него есть и эмоции, и чувства, и потому не надо ему закрывать этот канал. Вот сейчас она делает что? Она манипулирует. Рассказывает о том, что какой-то рассудочный. Она не рассудком твоим восхищается. Она тебя эмоциональности, эмоций пытается лишить. Скажем так, да, существо очень высокоэмоциональное. Я уже говорила... И дать красный свет... Первое, что хочет... И дать красный свет вот этим курицам. Понимаешь? Вот этим. Это нужно было и успокоиться. Ну, проще говоря, она намерена прийти, которые истерят. Но это очень малое количество. А женщина, она, ну, скажем так, да, существо очень высокоэмоциональное. Я уже говорила в своих видео, которые я снимала в уходящем году, в ушедшем уже году, в 2017, это были очень интересные видео о психологических различиях мужчин и женщин, что очень часто женщина затевает разговор, и в этом разговоре она намерена прийти, ну, к цели, найти смысл всего этого разговора. То есть мужчина приходит с женщиной обговорить что-то конкретное. Да, мужчина приходит за конкретикой. А женщина устраивает разговор, чтобы в процессе этого разговора нащупать, познать себя, определиться вообще, ради чего это все. Это нужно было и успокоиться. Вынести тебе мозг и успокоиться. Испражниться в твой мозг, понимаешь? Слить энтропию и успокоиться. Ей не нужен итог, какое-то рациональное зерно, какое-то то, что хочет мужчина. Вот, допустим, взаимодействует, ему нужен ответ, вопрос там нет. Ну, проще говоря, выговориться. То есть, проще говоря, слить энтропию в унитаз. Ты будешь работать унитазом у нее. Понимаете, мы очень часто друг на друга злимся. И на фоне этого очень часто спрашиваешь. Ну, вы же понимаете, вы согласны с тем, что мужчины и женщины разные? Согласны. Опять вот она уговаривает, понимаешь? Вы согласны? Согласны. Что вы же мужчины разные. Согласны? Согласны. Вы согласны с тем, что мужчина... Она не говорит, какие разные. Она тут удобную формулу себе вывела, что мужчины эмоциональные, женщины эмоциональные, поэтому могут делать все, что и говорить все, что угодно. И делать. А мужчины нет, не имеют права. Они рассудочные, поэтому сиди, терпи, слушай ее умные речи и поступай, как она тебе советует. Согласны. Видишь, она тут тебя программирует, она тебе вкладывает в мозг вот эту информацию. Пишут очень интересные комментарии, вполне себе справедливые, рассудительные. Хвалит. Я понимаю. Мало. Я понимаю вот эти все повторения для того, чтобы ты согласился сейчас вот этим ее вот этой болтологией. Мы отдаем себе отчет и тем более подтверждаем на деле наше понимание. Потому что если бы мы понимали вот эти различия, что женщина эмоциональная, что не преследует. Видишь, она раз десятый про вот эту эмоциональность, она вдалбливает. Это все такая лажа, что ее надо вдалбливать. Трудно с ним сразу согласиться. Если она цель сделать тебе плохо там. Не преследует цели сделать тебе плохо. Это, кстати, из той же области, что вот она проговаривается, что первая же ассоциативная психология. То есть... И тут давайте послушаем внимательно. Вот в этой оговорочках про Фрейда мы, в принципе, и увидим реальную картину. Что женщина эмоциональная, что не преследует она цели сделать тебе плохо, там, убить тебя. Сделать тебе плохо. Словом, убить тебя словом, делом. Делом как-то осквернить твои чувства и... Осквернить твои чувства. Изничтожить тебя. Изничтожить тебя. Вот это реальные цели женского вот этого выноса мозга. Вот здесь она вот на ассоциативном ряду она тут же выдала вот это, понимаешь? Уничтожить, осквернить, убить словом и делом.
это основная цель, это основная задача. Вот здесь вот эти приставки «не» – это именно тот фильтр, который она успевает подставить. Вот выскакивает у нее, да, из подсознания. Проговаривается она по Фрейду. И она успевает в последний момент вставлять «не». Так что будем внимательны к словам. Отдельная ситуация – это отдельный случай, да? То есть вот разная степень эмоциональности приводит к тому, что происходят вот эти вот стычки. Разная степень эмоциональности приводит к этому. То есть она не умеет вести себя как люди, как человек, и она ее оправдывает в этом. А другой должен это терпеть. Как же, у нее же эмоциональность повышенная. А ты рассудочный, не-не-не-не-не. Ты давай терпи, слушай. Конечно, хочется обратиться к женщинам и сказать, что бывает отдельный вид женщин, которые компенсируют за счет скандалов нехватку эмоций или просто от скуки. Мой муж часто говорит, да. Вот... Или просто от скуки, понимаешь? Сейчас она тебе вынесла мозг, у тебя инфаркт, инсульт, у тебя сердце остановилось, тебе плохо стало, ты на 10 лет меньше жить стал из-за этого скандала. А ей просто было скучно, понимаешь? Ей было скучно. Людей много свободного времени, заняться нечем, поэтому постоянно выясняют отношения. Заняться нечем, выясняют отношения. Ничего себе, освободили быт, так они занялись психологическим террором, блин. Уже верно. Потому что когда ты увлечен работой, интересами, какое-то хобби, какое-то благое дело ты делаешь, там много свободного времени, и тебе нужно компенсировать как-то вот эту вот пустоту, и ты ее забиваешь. Компенсировать пустоту. Да, вот именно что, компенсировать пустоту. Ты пустая. Ты пустая, и ты боишься собственной жизни. Ты вообще сомневаешься в собственном существовании, в реальности, понимаешь? То есть вот эта энтропия и настолько сильно ее заполняет, что она уже в шоке. Она не может тихонечко там шизофренически с собой внутри там разговаривать. Она уже выплескивает наружу. Она начинает палкой тыкать в мужчину. Реальность. Это мне снится или это реальность, понимаешь? И тут, когда он абсолютно спокойно, как врач в белом халате, не строит из себя родителя, там есть три психологических позиции. Ребенок, во что играют бабы, устраивающие истерика, родитель и взрослый. Если ты начинаешь ей подыгрывать, она ребенка изображает из себя в истерике, ты начинаешь подыгрывать, начинаешь строить из себя родителя, то да, ты ее тут же, значит, в этом детстве оставляешь, начинает там лежать на полу, дрыгать ножками, ручками, биться и кричать «хочу, хочу, хочу», понимаешь? А ты будешь ей кричать «нельзя так поступать», там, как родитель. Если ты включил родителя, все, она так в детстве останется. Тут надо включить взрослого, то есть игнор, врач в белом халате, спокойно, слушает все это, не реагирует, это игнор, да, с помощью игнора ты приводишь ее в чувство. Можно даже сказать, девочка, тебе сколько годиков? Некоторым это помогает, кстати. Тебе сколько годиков? Ты как себя ведешь? Возьми себя в руки, понимаешь? С начальником или с начальницей на работе она такие истерики не устраивает, понимаешь? Это неестественно, неприродное. Это она дает себе волю. С начальницей на работе она так не поступает, потому что знает, что выговор и увольнение, лишение премии и так далее, понимаешь? А с мужем можно играть в эти игры. Выиграть маленькую девочку. И здесь большая ошибка ей в этом подыгрывать. Включать родителя. Родители что? Они воспитывают? И их не надо слушать. Они же глупые, они старые. Понимаешь? Поэтому надо игнорить. Я-то взрослая. То есть вот это капсулирование восьмилетки, вот это инфантилизм, когда раннее половое созревание капсулирует психологическое состояние восьмилетки, 8-10 лет, вот это эгоцентризм, который капсулируется в этот период, оно дальше провоцирует вот такое инфантильное поведение у взрослой женщины. Понимаешь? И это ее оправдывает. Да, говорит, что так хорошо, так и надо, все нормально. Кто-то идет в скандале в супермаркет там, с продавцами, кто-то в налоговую пойдет там поскандалить, кто-то пошумит. Не в налоговую ты не пойдешь скандалить. Тебе там такую, блин, устроят жизнь, что тебе мало не покажется. В паспортном столе. В паспортном столе с тебя шкуру снимут, блин. Там такие сидят же, такие же, как и она. Женщина вот начинает отрываться на мужа. И, конечно... Начинает отрываться на мужа. Опять проговорки, понимаешь? Вот как у нее было проговорки уничтожить, осквернить. Реально, она тебя оскверняет вот этим дерьмом, который из нее выходит. Она же как восьмилеточка обкакалась. Она гадит тебе. Ты как унитаз, психологический унитаз. Она сливает в тебя дерьмо. И родители что? Они жопу подтирают за детьми. Если ты включаешь родителя в этой ситуации, то есть начинаешь подтирать дерьмо, работая и унитазом одновременно, и родителем, подтирающим дерьмо, она дальше так и будет гадить под себя.
Конечно, в такие ситуации это, ой, это и грех, это и неправильно, потому что вы изнашиваете свои. Она не показывает, как я вот сейчас, что неправильно. Она вот так вот в общих чертах, она внутренние органы, изнашивает внутренние органы. Органы мужа, внешние, нервы, все это отражается на вашем здоровье. Да, потому что высокого эмоциональный человек, он генерирует столько энергии, вот эти лучи волны, они распространяются на детей, на родных. И в зависимости от того, какой волной его по башке ударили, да, вот она. Вот какой волной по башке ударили. Опять она проговаривается, понимаешь, как она проговорилась, уничтожить тебя, сквернить, убить словом и делом. Точно так же и здесь она проговаривается. Люблю вот слушать психологов, психологинь. Рвет и мечет с утра. Все, вечером у него голова болит, там, у отца давление высокое, еще что-то. То есть... У отца не давление высокое, у него инсульт, инфаркт и гроб. Вот чем заканчивается ее детство. Игры в маленькую девочку. Смертью мужчины, смертностью мужчин. 59 лет. То есть, конечно, справедливо отметить тот факт, что мужчины устают от женских истерик. Большое спасибо. Но давайте попробуем подумать тогда над тем, как... Вот это но. Устают и умирают, но... Как же нам решить-то, как вот выйти из этой сложной такой ситуации? Ну, во-первых, женщинам нужно действительно поменять свой пыл. Сходите к психологам, поразмышляйте, побейте там посуду в кабинете, заранее за это заплати. Сходите, не знаю, к подружкам, только советую их не просите, просто выскажитесь. Да подружки точно так же тебе скажут, да, у меня точно такой же козел, как и у тебя. И у тебя козел, у меня, какие мы несчастные, сейчас я приду домой, ему устрою веселую жизнь. А он приходит, а он кайфует на диване, с пивом в танчике играет. Ах ты, мерзавец. Сплетничайте с мамой, только ни в коем случае не вносите ссор за спину, поливайте друг друга грязью, да, я имею в виду там супруга, и на детей тоже не жалуйтесь. Выскажитесь, но в такой конструктивной форме, чтобы вам самой потом было хорошо. Это первое. Мужчинам что делать? Ну, нужно как-то войти вот в это положение и смириться с тем, что женщина... Смириться. Терпила. Смирись. Ты работаешь унитазом эмоциональным. Смирись. Она была и будет эмоциональна. Была и будет. На работе с начальницей она не эмоциональна. Она держит свою вот эту капризного ребеночка, вот эту девочку свою 8-летнюю, при себе очень глубоко. На работе. Нет. Почему рассудочных, от слова рассудок, мужчин тянет к женщинам, истеричным стервам, таким вот, ух, страстным натурам? Потому что они хотят вблизи них согреться, подпитаться. Это, знаете, это как один другого уравновешивает. Мужчина дает женщине какое-то спокойствие, да, тем, что вот он, ну, проявляет себя более рассудительно, более спокойно. А женщина дает мужчине ощущение того, что он живет. Вот здесь пошла полная лажа, что мужчины любят стерв и, значит, истеричек. И здесь интересная фраза, что ощущение того, что она живет. Вот это ненормальный, да, которая инфантильно уже, там, уже своих детей имеет, а все в девочку играет. Она реально, у нее сомнения в собственной реальности, в реальности собственной жизни. Вот она настолько деструктивна, настолько изуродована, настолько плохая. Плохи у нее дела, что да, приходится, значит, прибегать к вот этому методу. Тыкать палкой в окружающих, чтобы услышать их крик и понять, что да, на самом деле это не сон. Ее жизнь реально сон. Бессмысленный и беспощадный. И вместо того, чтобы работать над собой, она начинает, значит, крушить все вокруг, уничтожать всех окружающих. Да, проявляет эмоции. Ведь высокоэмоциональная женщина, она в любовных отношениях очень привлекательна для мужчины. А вот в быту, да, случается так, что мужчине очень тяжело справиться. Да. Поэтому, если вы не смотрели, посмотрите видео «Психологические различия мужчины и женщины». Очень интересно. Смиритесь уже с той особенностью, что женщина... Опять смиритесь. Второй раз она предлагает мужчинам смириться. Чего делать мы ни в коем случае не будем. Женщина будет проявлять больше эмоций, и что если она затеяла какой-то разговор, она, возможно, в ходе этого разговора сама хочет понять себя, нащупать, что же ее так беспокоит, и выйти из этой ситуации. И призывайте ее... Бессмысленность жизни ее беспокоит. Вот что ее беспокоит. К осознанности. Призывайте ее к сохранению какой-то вот... Это включать родителя. Понимаешь, когда ты начинаешь про осознанность, это ты включаешь родителя. Это она опять останется девочкой надолго. Здесь надо включать... взрослого, доктора в белом халате, который спокойно, с сожалением, смотрит на беснующегося больного человека. Понимаешь? Это единственный способ борьбы с выносом мозга. Единственный. Все, что она рассказывает, это она только потрафляет и дает зеленый свет и карт-бланш всем этим ненормальным истеричкам. И убеждает мужчин в том, что это нормально, что это хорошо и нужно подыграть. Это тупик. Это тупик. Друзья, не будем повторять этих ошибок. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки.